Сегодня у нас Алушта, значит, тепловой насос, значит, 12-я серия. Здесь замена газового электрическому коту. Вот видите дом. Сейчас мы пойдем покажем его. Вот два кондиционера, кстати, висят. Два кондера. И вот наш тепловой насосик. Значит, он сейчас у нас вот заканчивается здесь монтаж. Вторая трубка пойдет. Обмотка, это я вам все отдельно покажу. Вот можете посмотреть, какая красота. Слева, справа. Газа здесь нет и, судя по всему, не скоро будет. Поэтому сейчас мы как раз делаем замену электрическому котлу недорогим нашим тепловым насосом. Все этапы мы сегодня вам покажем. Его запустим. К вечеру здесь уже будет тепло. Электрический котел, я думаю, уже будет как просто резервный источник. Итак, вот у нас этот объект, дом. Вот рядом еще строится, тоже без газа. Вот тут открывается такой вид на Алушту. Вот видно внизу Алушту. 20 декабря. Вот такая погода. Там. Нет, я имею в виду по ширине, сориентируйте сейчас. Ну да, по лапам. Итак, вот процесс повешения внешнего блока пошел. Накрасилую стеночку. Труба туда пойдет, сейчас очень даже неплохо будет. Красивый вид. Там внизу Алушта. Вот тут у нас обычный кондиционер висит, а тут вот наш тепловой насос очень даже симпатично встал. Так вот и узел, узел с прокладочкой. Оксан, сейчас обязательно надо, чтобы на был. Тебя. Еще, еще. Или еще дальше заткнем? Не, мы сейчас ее одевай сразу. Ты ее вниз опускай там, Сашка, Миш, там подтяни потом, да. Так, у нас вот это вот было до того, как мы приехали. Значит, здесь у нас... Не, я просто показываю, что есть у нас котел ProTherm. Здесь вот у нас уже готовы сейчас тройнички на наш тепловой насос. Здесь бойлер подключен. И вот в том углу, в дальнем, вот видите, сейчас идет у нас труба. Труба пойдет, вот ее видно, фреоновый контур. Пойдет выход отсюда. Здесь будет висеть тепловой насос. Здесь пойдет трасса. Вот сюда вот. И, соответственно, наш электрокотел теперь будет как помощник верный. Не более того. Что хорошо, на объекте уже стоят стабилизаторы у нас. Еще украинские. Напруги стабилизатор на 10 киловатт. Вот сейчас у нас вот такая сеть. Чуть-чуть 200 вольт. Нашему тепловому насосу, в принципе, достаточно хватит. Вот на три фазы поставили стабилизаторы. Грамотное решение. Прям молодцы. То, что надо. Узел сделан. Значит, труба подведена. Видите, здесь хорошо то, что у нас каны под 45 градусов идут. Фреоновые. Трасса опущена вниз. Проходку. И вот что мы имеем сейчас. Сейчас мы откроем краны. Фреоновые, пустим фреон, запустим оборудование. Насос заработал. Саня докручивает у нас. Ну вот итоговая работа. Что у нас получилось внутри помещения. Здесь у нас вот так получился внутренний блок. И там у нас
электрический котел. Посмотрим. Значит, вот у нас сейчас на третьей скорости 3.6 установлено. Еще в системе воздух. Вы слышите, как насосик его гоняет. Так, все. Выход. Вот идет подача на систему отопления. Все отлично. Вот в итоге как получилась финальная стадия нашего теплового насоса с двумя имеющимися кондиционерами. Вот дом. Получается, теперь отопление у нас будет вместо котла, а теплового насоса. Какой красивый, шикарный вид. Море, Калужта. Вон там внизу. Декабрь месяц. Красота. Спасибо большое. Всем до свидания. До новых встреч. Крым, 2016 год, декабрь.